Доброго времени суток всем. Всем привет. Мы открываем сезон зимней рыбалки твердой воды. Приехали на Лыткинский пруд за карасем, за щукой. КВХ пока еще не встала, поэтому пока рыбачим по озерам, по прудам. Точнее, будем рыбачить пока на озерах, на прудах. Что ты, Владимир Яковлевич, думаешь? Что я думаю? Эй, новый сезон начался. Как же я тебя ждал. Независимо от того, будет клевать, не будет клевать. Самое главное, это у нас компания. Во. Вот такая. Полгода не виделись. Сейчас мы это все дело... Соскучился, да, Владимир Ильич? Да, вечером пообщаемся. Порыбачим, отдохнем. Особо выбирать не будем. В прошлый раз, в прошлом году поставили близко к кустам. Щука запутала, поэтому подальше поставим. Ну и намоточку сделали, что по 4, по 5 метров, что ли. Лед сантиметров здесь. О! Сантиметров, ну 8-10, наверное. Здесь потоньше. Я обзор делал своих жерлиц, как я их усовершенствовал в прошлом году, поэтому там на канале есть. По-моему, называется «По щучьему велению, по нашему хотению» кино, да? Аккуратненько ему туда не повредить ничего. Чик. Я изначально заводил через жабру, но потом мне не понравилось это дело, я перестал через жабру заводить. Вот сейчас вернемся опять к этому вопросу, попробуем. Володя жалуется, говорит, что поставил крючки, тройники больше, чем у меня в 10 раз. Я жалуюсь, говорю, я радуюсь. А, ты радуешься? Конечно, я-то ехал на серьезную рыбу. Так сейчас у меня начнут клевать, и все, и ты будешь думать, кубатурить. Почему? Нормально у тебя тройники? Нормальные тройники. Вообще даже только тупые. Карасик хороший. Кстати, это не реклама, я скажу. Где мы покупаем всю насадку, наживку, червяков, опарышей, короче, и т.д. и т.п. В Черногорске, на Краснотуранской улице у Игоря. Игорь всегда как бы больше ложит, чем надо. И за это денег не берет. Если мотыль, то с горкой. Если мормыш, там дополнительно еще полстакана кидает. Стаканы большие. Если живец, то сверху еще 3-4 ложит. Всегда пользуемся его услугами. И всегда все свежее. Не так, как в магазинах там уже бодяжит, да, Володя? Уже мотыль уже там конченый, уже весь растекся. А парыш там уже не двигается, воняет. Блин. У Игоря всегда все свежее. Володя устанавливает крайнюю жерлицу. Снег пошел. Кстати, на улице плюс 2 градуса. Давление свалилось. Вчера было 755, сегодня... 744, на завтра передают 735. Как-то так. Вот у нас первая сработочка на жерлицу. А по леске нет размотки. Нет. Может, карасик сдернул? Может быть. Короткий отчет о нашей рыбалке. Жерлицы стоят. Была одна сработка ложная. Так, палаточку мы поставили. Сверху накидку накинули. Так как был мокрый снег. Сейчас пообедаем. И начнем карася драть. Пока обогреваемся газом. На ночь запустим печь длительного горения. Володя, что у нас сегодня на обед такого? Ох, картошечка, котлетки, да, колбаска, сальца. А котлеточки-то непростые. Холодец. А с чем у тебя котлетки? Котлетки у меня с козлятинки. А я не ем козлятинку. А тогда это не с козлятинки, а с говядины. Со свинины. Со свинины. Со свинины ем. Ну тогда со свинины. Что, давай, Володя, за первый лед, за первую рыбалку. Открываем сезон. Ну что, с открытием? С открытием. Поехали. Ой, какой горячий кофе. Ой-ой-ой. Ой, как холодненькое. Ой. Холодненькое. Ой. А самое интересное,
о нашей сегодняшней рыбалке, что мы здесь одни. Озеро полностью в нашем распоряжении. Шикардос. Конкурентов ноль. Ну пока и рыбы ноль. Ну мы еще не рыбачили, конечно. Так, ну перейдем к снастям. Удочка Владимира Яковлевича. Леска, по-моему, 0,16, да? Нет, 0,14. 0,14. Снизу. Вот такая вот светонакопительная мормышка. Через 15 сантиметров фосфорная, да? Или тоже светонакопительная. И третий обычный крючочек заглотыш. Держи, Володя, свою снасть. А я покажу свою снасть. Ну, удочка такая без названия. Обычная бюджетная. Кивок. Рессорная. Леска 0,14. Мормышка со светонакопительным элементом. Вольфрамовая. Второй поводок заглотыш. Обычный крючочек. Третий поводок. Тоже светонакопительная мормышка. И четвертый поводочек. Обычный крючочек. Чуть больше заглотыша. Сработка прямо возле палатки. Это четвертая сработка. Ложная сработка. Че, Володенька, с открытием сезона тебя? Ага. Окунь, вот, да? Вот это карася дождался. Окунина. Вот походу они мозги парили. Окунь-то хороший, да? Нормально. Не давай. Первый пошел. Вот, первый карасик, карасямба. Ну-ка, Володя, дай его крупным планом. Вот такого карасямба. А Володя хитрый. Поставил меня на мель, а сам на глубину сел. У него поклевки идут. А Андрей Дмитриевич курит. Одна поклевка. Так, Володя, постарше будет. В общем, не клюет совсем. За вечер один окунь и один карасик небольшой. Решили переехать на глубину. Сейчас собираемся и будем переезжать. Неприятно. Ну, а что поделать? Что все. Увидимся на новом месте. Это вот карась на новом месте уже. Хороший, да, карасик? Да. Смотри, какой хвостяр у него. Хороший карасюк. Все, ну, Владимир Яковлевич. Замечательный. Не зря переехали. Да, так нужно слушать мнение авторитетного рыбака. Наконец-то ты оказался прав. Хороший. Владимир Яковлевич у нас в пике ушел. Угу. Не хочет рыбачить. Говорит, сам лови карася. Андрей Дмитриевич отдувается за Владимира. Два карасика поймал на новом месте. Помаленечку клюет. Время 12:30 ночи. Вытащу на твою, да? На твою, но на твою удочку поймал. Видишь? Нет. Ну вот и Владимир Яковлевич. Если бы я тебя не разбудил, бы съел бы сейчас. О, хорошенький такой, ладошечный. И туда зацепил, да. Ну что, взял на светляшку? Вот такие вот карасики ладошечные берут. Клюют как понос, блин. Быстро. Не успеваешь камеру включить. Ну а что, ладошечный, да? Нормальный карасик. На жарюху пойдет. С вафлями. Видишь? Сосет. Смотри. Да ты что будешь делать? Опа. Хороший. Сковородочный. Вот
Поперла рыбалка у Андрея Дмитриевича. Опять поклевка была на эту удочку. Сидим, общаемся шепотом. Глубина небольшая. Рыба шевливая. Ох, хорошенький. Смотри, у тебя поклевка, и у меня сразу, да? Ну как хорошенький, ладошечный. Нормально все. Клюет. А, какие? Потекай, потекай, потекай. Потекай, говорю. Потекай. Вот красик. Ладошечный. Ну, хорошо загнул, да? Угу, и карасик хороший, да. Угу. О, вот это уже, да. Ну, не как мой, но все равно, да, ладошечный. Больше ладошечного. Это вот уже радует. Ну, покажи его. Прям всей красе. Красавчика. Таких уже приятно прям ловить, да? Угу. Можно два с одной удочки. Пошла маза. Карасямба. Это небольшой, ладошечный. А я ему вообще шансов не дал. Там только он маленько пошевелил, я его сразу. Блин, вот эти вот хорошие мормышки. Которые ты говоришь, что это? Поперла маза. Тихо, 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 брат, тихо, тихо. Хороший. Фига он мне здесь начудил. О, хороший. Карасямба. Угу. Идем проверять жерлицы. Две сработки у Андрея Дмитриевича. Три. О, все. Вообще, все встали, что ли? Офигеть. Вот такое вот у нас утро. Сходили, проверили жерлицы. Четыре сработки. Две размотанные. Одна в коряжник завела. Сейчас Володя пошел живца менять. Вот. Ну это уже радует. Ну с утра карасик немного побрал. Можно будет еще раз сюда приехать. Угу. Такая же леска дзинькнула. О, какой хорошенький, да? Карасямбик. Едовой. Ах ты, гадский папа. Блин. Пока на Володиного смотрел. Опа! Смотри, поперло, а? Вот это поперло. Тихо. Тихо, друг. О. Наверное, да. Щука открыл. Щука открывали сезон. Блин. Видел, как он дерзкий был. Окунем открывали сезон, щука открывали сезон, сорога открывали сезон. Вот карасен теперь открыли сезон. Которая твоя, которая стреляла рядом с моей. Угу. Че, Володя обнаружил сработку на жерлице. Сейчас пойдем проверять. Вот поставил с собой молоточек. Вот, если Владимир Яковлевич не слушается меня, я ему по носу. Молоточка хрябс. Идем проверять жерлицу. Очередная сработка. Не, ну размотка есть. Кстати, размотала. Блин, здесь карась, наверное, мощный.
хочу показать снасть, на которую я ночью ловил и утром. Такой крючочек. Грузило на 1 грамм. Поводок второй. Светонакопительная мормышка. Поводок третий. Свинцушка в виде восьмерки. И поводок четвертый. Вот такая светонакопительная мормышка. Везде использовал мотыля. Мотыль здесь работает. Прям я видел классический подъем. И вот такой вот хороший карасямба. Карасямбик. Карасямба. Конечно, не казакульский, но хороший. Хороший. Карасямба. Ну, чуть больше ладошечного. Но приятно. Ха, прикинь. На проводку взял. Офигеть. Ситуация сейчас интересная такая получилась. Говорю Владимиру Яковлевичу, а если попробовать на проводку? Делаю проводку и ловлю карася. Вот Андрей Дмитриевич разошелся, карасей дубасит. Вот таких вот. Тихо. На. Че, пожарлица, тишина, да? Вот, Володя тащит. Нормально, карасик, нормально. Пойдет, едовой. Опа. Красавчик. А ты как у него широкий хвост. Хорош, хорош. Лови его, лови. Ты чего, Володя? Лови его. Волка. Смотри, смотри, что творит. Зацепил. Смотри. Первый раз подсек, не отступил. Добил его. Его с большими хвостами прям такие. Да, большие хвосты прям. Сибирский настоящий карасик. О, прям леска такая дзинкнула. Потащил, прям потащил. Ну, хороший, да? Ну да, ну, хорошенький. Красавчик. Ой-ой-ой-ой, какой хороший. Ну, не гигант, но сидит на сучок. Покажи его прям так. Опа. Ах, блин, пока Володя снимал, тоже поклевку прозевал. Нормально, карасики, нормально. Угу. Такая же леска дзинкнула. О, какой хорошенький, да? Карасямбик. Едовой. Внутри поперло, а? Вот это поперло. Тихо, друг. О. Ох, ох, ох. О, вот это уже да.
Как тот, да? Нет, поменьше. Хороший. Ну хороший прям. Красавчик. Насяник такой. По-настоящему порадуй за друга. Он и бахнул. Вот эти вот такие, наверное, да. Бахают. Что он сразу же видел. Ну, утопил сразу. Заканчиваю нашу рыбалочку. Удочки смотали. Все. Полы протерли. Ну, показываю наш улов. Ну, я считаю, что нормально. Ну, нормалек. Смотри, какие колобасины, да? Десятка, наверное. Ну, два-то есть, 2,5, да? Хорошая, хорошая. А где тут вчерашний? Вот он. А, вот этот самый большой, да? Ну. Остальные там поменьше. Ну да. И один окушок, Володин. Затесался. Ну все. Ты доволен, Володя, открытием сезона? Я считаю, что вообще здорово. Я тоже вчера, считаю. Конечно, были уже к вечеру сомнения, но, блин, ночью, утро показали, что... Нашли выход, переехали, и как бы это сыграло на руку нам. Ну да. Приняли правильное решение, и результат. Поэтому я считаю, что вообще замечательно. 2023 год открыли карасем. Да. Раньше не открывали карасем. Конечно, еще хочется щучку. Ну, пока собираемся, может, все-таки что-то сейчас будет. Пойдем, да, проверим жерлицы. Если что-то будет, обязательно покажем. А там мы будем собираться домой. Все. Всем спасибо за внимание и до новых встреч.